Первым делом техника снимает изношенный асфальт. Это второй участок дороги по проспекту Мира, который попал под капитальный ремонт. Отрезок от улицы Ленина до Республики закрыли еще в начале мая. Сейчас здесь уже готовят основания для будущего покрытия. Работы не прекращаются даже ночью, из-за чего строители зачастую сталкиваются с непониманием со стороны жильцов. К сожалению, у нас другого выхода из положения нет. Короткое северное лето. Нам необходимо эти работы и в ночное время выполнять. И согласно закону о тишине Ямало-Ненецкого автономного округа. Данный закон нам позволяет в двусменном режиме организовывать работы. Всего за сезон дорожникам предстоит отремонтировать на проспекте Мира 730 метров. Помимо обновления проезжей части, обустроят ливневую канализацию закрытого типа, заменят освещение и проложат велодорожки. Дорожные работы развернулись не только в самом Ноябрьске, но и на загородных трассах. Так, на подъезде к отдаленному микрорайону Ингапуровске идет капитальный ремонт. Здесь на первом этапе приведут в порядок участок протяженностью более 1,5 километра. На дороге организовано реверсивное движение. Чтобы быстрее справиться с фронтом работ, строители также трудятся непрерывно. Основной упор на расширение, вырытый котлован, заполняют щебнем. За счет таких манипуляций с двух сторон дороги ширина проезжей части увеличится с 6 метров до 7. После того, как будет завершен ровик уширения, мы приступим к замене плит. То есть уже будем делать выемку тех плит, которые пришли в негодность, ставить новые плиты, после чего приступим к укладке слоев асфальтобетона. Ну а после дорожники будут двигаться дальше по трассе Ноябрьск-Ингапуровский. Этим летом здесь отремонтируют более 7 километров. Юлия Морева, Ромал Лузанов. Время Ямало, Пуровский район, Ноябрьск.